В данный момент мы находимся в акватории реки Волга, которая обмелела из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Но это все послужило тому, что мы с вами сейчас идем по дороге, которая вела к старому речному порту. Ну а подробнее нам об этом расскажет наш эксперт. Дорога, которая вышла после ухода воды, она вела на пристани, которые находились в устье Казанки. Сначала это была, видимо, грунтовая дорога, потому что мы знаем, что еще в Средневековье там находились ярмарки. Мостовую построили в 19 веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшуюся в Адмиралтейской слободе, и центр Казани. Также под водой находились трамвайные пути, которые вели к Петрушинскому разъезду. На сегодняшний день Казанский университет уже начал исследовать данную археологическую находку. Сейчас проводятся совместные работы университета и Академии наук Республики Татарстан по фиксации этой дороги. Современные технологии, позволяющие фиксировать в новых форматах, в том же самом 3D, с использованием беспилотных летательных аппаратов. Данная съемка позволит после поднятия воды зафиксировать открывшийся участок, который ранее был скрыт Волгой. Вот сейчас мы получаем трехмерную модель, которая станет дополнением к исторической топографии развития города, его функционирования, вплоть до даже середины 20 века, но самый интересный момент – это 19 век, начало 20 века. Вроде бы, кажется, не так далеко было, но мы об этом не знаем. Есть у нас картографический материал, вот я вам показывал, а как это выглядело вживую, в реальности, как это каждый человек камушек поставил, и как это сформировалось такое дорожное полотно, вот это будет очень интересно. На сегодняшний день люди уже начали выкладывать в социальные сети свои находки. Всякие люди, которые заинтересованы в добыче каких-то артефактов или не только артефактов, выезжают туда. Понятно, что интересно посмотреть, но нужно сбалансированно подходить. В дальнейшем общее понимание и выпавшая возможность позволят дополнить историческую картину, а также расширить туристический потенциал города Казань. Алсу Саттарова, Александр Юдин, Универньюз.